Сегодняшняя тема. Дочь Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, опубликовала в Инстаграме ролик, в котором предстает с новой прической. Девушка уложила свои длинные волосы в пышные кудри в стиле 80-х. Для съемки Анна примерила кожаный плащ, босоножки на танкетке с носками и дополнила образ прозрачной сумочкой и очками. В подписи к видео девушка подняла тему, которая касается идеи бодипозитива. Дочь Заворотнюк посетовала, что в сети часто сталкивается с критикой своей фигуры, так называемым скини-шаминг, хейтом за худобу. Анна попросила не давать ей советов по питанию и набору веса, так как чувствует себя отлично. Поклонники оценили преображение девушки, а также ее пост. «Красавица, не слушай никого, у тебя прекрасная фигура, Аня, твоя фигура прекрасна. Не обращай внимания на завистников. Вы очень красивая, ты выглядишь шикарно», — засыпали они комплиментами Анну. Ранее дочь Заворотнюк блеснула бесконечными ногами в грубых сапогах и поделилась редким снимком красавицы-бабушки. Что такое кудрявый метод и могут ли любые волосы стать волнистыми, узнай из статьи, а в галерее любуйся на звезд, которые изменились до неузнаваемости в 2020 году, и не пропусти ролик. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.